Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет распаковка посылки из шведского магазина Baby Shop. Так что, не знаю, что там у нас будет. Самой все интересно. Как же нам это делать? Здесь у нас накладная. Тяжко, однако, запаковали. Опля, вот она открывается. Здесь специальные закрывашки такие. Дальше. Вот так. Очень надежно все заклеено. Очень-очень. Вскрывается тяжело. Да вас точно не вскроете. Я так подозреваю, что большие коробки у них все розовые, а маленькие голубые. Так, теперь. Опа. Вот я. Здесь у нас сразу идет накладная. Все, что я взяла, наверное, лист возврат или что. Накладная, в общем, ого-го. Что еще в мешке? Мешок открытый. Так, опля. Мы, наверное, уберем пока. Будем смотреть, что у нас в посылке. Это я взяла комбинезон на зиму. Лидер фирма. Желтенький выбрала. Надеюсь, что будет теплый для нас, потому что мне бы хотелось потеплее. Но, к сожалению, у них только евро зима, поэтому... Мех искусственный. Ой, костюмчик. Надеюсь, что будет нам как раз. Похоже на то, как будто бы как раз. Комбинезончик. Дальше у нас манишка. Погоди. Манишка пулинг. Запаковано. Пакетик не разрезается. Ай-яй-яй. Какая? Манишка у нас пулинг. Я думала, она будет более желтая, но она такая немножко горчичная. Из полиэстера. Дальше перчаточки. Перчатки Барц. Я выбрала наш размер на 3 года. Они на сайте представлены были без пальчика. Для малышей совсем. Но... Я узнала, что потом пальчик будет следующий размер. Вот такие они. Ого! Внутри. Пальчики. Ого! Да. Перчаточки. Вот тебе перчаточки. Со снежинками. Да, непромокаемые. А это у нас кофточка, кофта Пума на старшего. Вот такая кофта. Она тебе большая. Большая тебе. Здесь у нас резиновая наклеечка. Гладить осторожно это дело. Распаковку я выбрала на 15-16 лет. На 1,76 м. Она тут с утеплителем внутри.